Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется «Мечи и солдаты». Одиночная игра, компания «Вау». У нас тут есть викинги, ацтеки, китайцы и мясники. Доступны мне пока викинги. Ага, выберите уровень, но тут только один, начальный. Вождь! Чего, не видно что ли? Я ем. Чернобородый хочет осквернить наше барбекю. Что? Мы должны защитить замок. Армию к бою. Но у нас нет золота на найм войск, босс. Мы потратили все на продукты для барбекю. Рэй, нам нужно больше золота, чтобы нанять дополнительных девок. Щелкни по значку девки. По значку девки. Значит, задание уровня. Уничтожьте войско Чернобородова. Вот сюда, что ли? Отличная золотоискательница. Найми еще таких же. Ага, золотоискательница. Так, короче, это, ребята, у нас золотой рудник. А где вражина? Так, тут один уже стоит, викинг. Так, ладно, давай еще наймем. Готово. Так, подожди, а армию-то когда я буду строить? Вообще, буду я ее строить? Готово. Победить воинов. Пока мест девок достаточно. Щелкни по базе или по кнопке улучшений, чтобы изучить берсеркеров и нанять воинов. Куда кликнуть? Сюда, что ли? Оу, позволяет нанимать берсеркеров, да? Мускулистых воинов ближнего боя. Ладушки, давай, сейчас мы с тобой их будем нанимать. Берсеркеры, да? Мы улучшились! Улучшились, ну... И где же вы? Щелкни по базе или по кнопке улучшения, чтобы изучить берсерков и приобрести воинов. Так я же уже это делал. Хм. А, вот. Вот сюда нужно, да? Так, ребята, он у нас пошел. Тин-тин-тин-тин идет. Берсерки, отличные воины. Мочи! Рубилово пошло. Думаю, нам понадобится очень много таких. Я так и понял. Нам понадобится очень много. Золото используется для найма войск. Мана расходуется на использование заклинаний. Заклинания помогут нашим войскам в битве. Рэй, ты можешь улучшить заклинание лечения на нашей базе. Пользуйся им, чтобы лечить воинов в бою. Да? Окей. Давай, позволяет использовать лечение за небольшое время. Оно восстанавливает здоровье выбранного дружественного воина. Так, а мы с тобой будем викингов вызвать и... девчонок. Опа! Друзья мои, смотрите, что происходит. На меня идет уже армия. Теперь ты можешь использовать заклинание лечения. Щелкни по лечению и выбери воина, которого необходимо лечить. Отменить выбор можно при использовании кнопки, да? Правой. Так, предположим, я хочу вот этого паренька лечить. Слушай, неплохо он справляется. Тихо, лечи. Да. Пойди сюда, слышь, пойди сюда, говорит. Так, ну что же. Готово. Твою ж налево, их тут дофига, ребят. Рэй, ты можешь ускорить прокрутку экрана при помощи клавиш влево и вправо на клавиатуре. Да? Ну давай проверим. Да, могу. Так, секунду. Блин, по ходу дела мы тут лечение. Давай, применяй. Твои присквозни никогда не сравнятся с моей могучей армией. Ваше барбекю станет нашим. Да, конечно, ага, станет вашим. Слышь, поди сюда. Так, лечим. Ух, их тут трое. Сейчас получишь. Лечись. Ай, не успел, ребята. В атаку. Так, будем лечить. Блин, он не вытягивает один. Давай лечить. Так, победить воинов. Последнего воина сейчас победим. И, ребята, уровень будет пройден. Отличная оборона, Рэй. Наша база в безопасности.
Ну что же, как видишь, мы победили, а Черноборот плачет. Так, следующая миссия. Мясо с соседями. Начать. Теперь-то этот жадный вождь поймет, чей гриль больше. И в самом деле, позвоните нашему поставщику мяса, пусть приготовит по-настоящему гигантский стейк. Дзынь-дзынь. Да? Кто это? Это солдат, такой-то номер с базы вождя Рыжебородова, и я хочу заказать огромные стейки. А вы выбрали не лучшее время для разговора. На нас напали, тут повсюду кровь, сосиски, мне нужно бежать, щелк. Вождь, на нашего поставщика мяса напали. Может, нам стоит ему помочь? О нет, наше мясо. Короче, кто-то напал. Мы здесь, чтобы помочь вам в бою, вождь мяс. Вождь мяс. Рад видеть вас, наши метатели топоров способны поражать только удаленные цели. Наши войска быстро сметут этих незваных гостей. Так, задание уровня. Помогите вождю мясу защитить свою базу и уничтожить базу Чернобородова. Проще парень на репы. Готово. Такие девчули, чпок-чпок. Кстати, ребята, вторую часть, да, которая называется Шавармагеддон, я прошел. Это у нас уже на втором канале. А эту игру, я не знаю, либо на первом канале буду выкладывать, либо на втором. Так, что мы тут с тобой можем изучить? Лечение надо обязательно тоже изучить. Так, мы улучшились, это хорошо. Манна у нас копится. Мы можем улучшить регенерацию маны, чтобы колдовать заклинания чаще. Можем, да? Помогите на помощь! Твою ж налево, они уже напали. Так, давай, 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 метатели. Блин, они не справятся. Надо помогать лечить. Отлично. Сейчас получишь. Так, пускай лечится. Есть контакт. Ну что же, пускай тогда мои викинги идут. Будем разбираться с ними. Так, а я хотел еще посмотреть, что у нас за улучшение доступно. Так, смотри, что там происходит. Можем лечить, конечно же. Опа! Ваш друг поджарен. Куснить-ка мою молнию. Ах ты гад. Вот что он делает. Так, руна маны. Увеличивает скорость регенерации маны. Давай изучать. Смотри, что творит, а. Так, идет у нас прокачка с тобой. Этого запинали. Ты смотри, сколько их там. Чертовы молнии. Вы за это заплатите. Да уж точно. Они должны заплатить за это все, ребята. Давай, давай, давай. Отлично. Так, ну что? Да ты заколебал молниями своими бомбить. Слушай, их тут дофига, ребят. А где мои викинги? Я не могу понять. Блин, за 3-9 земель идут. Так, мы тут сможем их перебить? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Так, лечим. Так, вот этого еще завалите, пожалуйста. Сейчас моя пехота подойдет, и будет все отлично, ребята. Так. Слушай, неплохо. Подлечим. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Ну ты посмотри, что творит, а. Что тут можно изучить? Да ничего. Лечить надо. Мочи. Давай еще викинга позовем. Так, ну хорошо, что топорометатели тоже приходят к нам на помощь, как бы. Блин, надо вот этих барышин бомбить. Он поставляет ему золотишко. Вот с этих вот золотых шахт. Вон он сидит, Черноборот, радостный, блин. Сейчас он получит, поверь мне. Слушай, ну может, хорошо продвинулись. Вот у меня нету почему-то молнии. У него есть, а у меня нету. Так, что, мы всех рабынь перемочили, получается, да, ребят? Слышь, поди сюда. Давай, давай, ребята, валим его. Вот, база, уровень здоровья. Мы уничтожили его базу. Отлично сработан, Рэй. Спасибо за помощь, но этот чернобородый смылся со всем нашим золотом. Мы его поймаем.
Обязательно, друзья, мы его поймаем. И у нас с тобой третья миссия — взять его. Поехали. Чернобородый движется к побережью. Хм, если мы будем двигаться быстро, то сумеем догнать его и поймать. Мои метатели топоров пойдут с вами. Доброй охоты. Спасибо и до встречи. Да светит гром Тора ваше барбекю. Ваше барбекю. Чернобородый точно где-то здесь. По крайней мере, его люди повсюду. В этой местности нет золотых рудников, поэтому мы весьма ограничены в средствах. А это единственный путь к побережью? Но у нас два варианта. Ага, мы можем пойти поверху или понизу. Мы можем пойти главной дорогой. По ней расположены крепкие башни. Но у нас будет шанс захватить часть ящиков с украденным золотом. А можем выбрать узкий проход в нижней части скал. Там стражи меньше, но меньше и ящиков. Выбор за тобой. Хм. Так, щелчок по дорожному знаку укажет вашим войскам, куда идти. Помни, Рэй, что золото ограниченное, и использовать его нужно с умом. Рэй, тебе стоит посмотреть новые улучшения на базе. Доберитесь до побережья. Блин, тут уже башни эти, вышки. Так, позволяет нанимать метатель топоров, воинов, метающих топоры издалека. Это понятно. Так, ну вначале нам нужно... Ух ты! Так, позволяет использовать молнию. Она поражает вражеского воина электрическим током. Это мы тоже с тобой изучим. И метатели топоров. Мы улучшились. Так, нам, наверное, лучше пойти с тобой поверху. Или понизу. Или сначала пойти понизу. Мы улучшились. Давай, наверное, пойдем понизу вначале. Мы улучшились. А потом поверху, да? Так будет эффективнее. Вызываем. Так, и вот так. Подожди, а я лечение могу, да? Так, посмотрим, посмотрим. Вот так вот. Вжариваем. Твою ж налево. Ты посмотри, что происходит, а? Завалили. Так, пойдем понизу. Слышь, поди сюда, говорит он. Прикольно. Да, мы пойдем понизу с тобой, здесь попроще будет. А потом уже наберем ресурсов достаточно. И уже можно будет сигануть наверх. Я думаю, это будет оптимально. Так, окей. Будем помогать. Обязательно, по-другому никак. Давай-давай-давай, валим этого супостата, отлично. Так, тут еще манна, да, у нас лежит. Хиляемся. Наверху, конечно, тут слишком много воинов, смотри. Так что правильно мы с тобой, что понизу пошли. Блин, а тут-то смотри, что. Могу. Ать, хватило, хватило, ребята. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Слетел, гаденыш. Так, держись, братуха. Мы тебе поможем. Сейчас мы эту вышку с тобой разнесем. И сможем спокойненько идти. Тут как раз золотишко лежит, манна. То, что нам нужно. Потому что призвать я больше никого не могу. Не хватает ресурсов. Вот так вот, ты правильно говоришь. Иди отсюда. Так, пускай лечится. Так, минус один. Давай хилять его. Рыжебородый, тебе не остановить меня. Он уходит. Кто, куда, кто, куда уходит, ребят, я не понял. Сейчас получишь. Так, ты застал уже здесь. Супостат, а? Так, а что это у нас здесь такое? Мы, помню, во второй части могли заместо вражеских вот этих башен, да, ставить свои. Но здесь такого пока нету. Пока нету. Ладно. Что там дальше нас поджидает впереди? Вызовем с тобой, наверное, еще пару викингов и пару метателей. Так, а их всего двое здесь, да? Идет викинг. Так, смотри-ка, здесь у нас мясная лавка. Мы улучшились. А здесь никого нету. Погоди секунду, а что нам тогда делать? Я все еще вижу корабль Чернобородова. Мы должны догнать его вперед, в море. Вы прошли несколько уровней
одиночной компании. Не хотите попробовать многопользовательский режим? Нет, не хочу. Так, ну что, проблемы на острове, друзья мои? Что происходит? Босс, я думаю, мы его потеряли. Кроме того, у нас заканчивается золото. Давайте пополним запасы на острове. Что это вы здесь делаете? Нам нужно золото для барбекю и найма войск. Да сейчас, это мое золото, моя личная золотая жила, пошли вон с моего острова. Нам очень нужно золото, иначе мы не сможем заплатить за это прекрасное барбекю. Давай-ка поторопимся, надо уплыть, прежде чем они заметят, что мы прихватили их золото. Или можем разорить его замок, это даст нам достаточно времени, чтобы собрать золото. Собери 1000 единиц золота или разрушите базу на острове. Так. Люблю золотишко. Слушайте, ребят, по-моему, это у нас остров ацтеков. Скорее всего, да. Доступно новое улучшение. Так. Новое улучшение. Ну, ничего я пока не вижу. Так, собрать 1000 золотых. Вот такое у нас с тобой задание. Пока все тихо, спокойно, никого нету. Слушай, ну 1000 золотых накопить, это будет непросто, мне кажется. Если я сейчас начну клепать армию, она пойдет вперед. И начнется вот эта вот битва вечная. Так что мы с тобой пока подождем, подкопим золотишко спокойненько. Вы все еще здесь? Вы за это поплатились. Че он делает? Фига ты. Ха-ха, наши стрелы горят. Ах ты, супостат. Хорошо, что никто не погиб, а? Так, нам нужно срочно, друзья мои, прокачиваться. Просто... надо вообще суперски быстро прокачаться. Так, что нам еще? Молнию, да, можно будет потом сделать? И все вроде бы. А, нет. Тихо. Это кто такой? Это кто такой, друзья мои? Ах ты, чертов самурай. А ну-ка... покажите ему, где раки зимуют. Ты посмотри-ка, а. Действительно какой-то самурай. Я думал, это ацтеки. Нифига подобного, друзья мои. Это, походу, дела... какие-то японцы. Китайцы или кто, я не знаю. Ну, кто-то из них, это явно. Так, мы сейчас посмотрим с вами, куда мы придем. Так, я вижу манна. Надо викингов... мочи! Так, лечимся. Лечимся. Эй, я нашел несколько сундуков. Эх, вы вороватые мясоеды. Мои обезьяны прогонят вас с этого острова. Ха-ха-ха, мартышки, как мило. Ух. Так, неужели действительно мартышки какие-то сейчас на меня побегут? Точно мартышки, смотри. Блин, я нифига не вижу в этом тумане, что происходит. Так, я что-то не помню. Так как она так сделала? О нет, они отражают наши топоры. Топоры, может, отражает, но... да ну хорош, вы серьезно, что ли? А что так люто-то все? На-ка тебе, макака с красной какой. Их оборона весьма крепка. Забрать золото проще. Возможно, забрать золото и проще, но... они меня все равно будут атаковать. Они мне не дадут спокойно здесь прокентоваться, да? И отсюда там машет он мне. Тут как раз золотишко, шахт очень много. Как ты видишь. Так. Давай бомбить. И лечить. Люблю золотишко. Давай, давай эту макаку. Блин, вот она гадюка, а. Телепортируется. У нас есть какие-то улучшения пока? Нету. Да чтоб тебя, блин, он достал вот этими стрелами, а, своими. Смотри, что творит. Я так успеваю их отхиливать. Так, давай, наверное, еще топор-метателей закажем. Что там происходит? Не вижу ни шиша. На, молнии. На, еще. И вам тоже достанется. Так, друзья мои, хиляемся. Вот, кстати, бегает тут. Тусуется, а?
Да, их тут дофигища просто. Просто, друзья мои, дофигища. Прокачать больше ничего не могу. Да, что-то их тут. Хотя, если постараться, можно замочить их. Вот если бы не вот это вот заклинание, его вшивое. Эти вот стрелы огненные. Мы бы его давно уже смогли бы побить. Хотя, подожди-ка, вроде пробиваемся. Так, опять что ли ночь наступила? Так, смотри, мы уже уничтожаем ему базу. Так это ж прикольно. Мы почти собрали необходимое золото. Ну, почти что да, но я также почти уничтожил замок ему. Ну, добиваем, ребята, добиваем. Осталось там чуть-чуть, да что такое-то? Ха-ха, мы разрушили их базу. Теперь мы с легкостью заберем себе золото и будем развлекаться. Это уж точно. Чувак какой недовольный. Поздравляем, вы разблокировали испытание «Забег берсерков». Какой-то еще забег берсерков мы с тобой открыли. Ну что, дорогие друзья, давайте, наверное, на этой ноточке мы на сегодня закончим. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!